Нам открыты все маршруты. С добрым утром, малыши! Сегодня в студии вместе с Хрюшей, Сергеем Беловым, клоун-дрессировщик Владимир Куклачев. Доброе утро! Доброе утро! Но и вы не один пришли в гости, а вместе с артистом... С артисткой Варечка. Варечка, привет! Ой, какая ты милая! Да, я тебя... Молодое поколение подрастает, да. Ой, вот так посмотришь на красоту пушистую Варю, сразу хочется также котенка дома завести. Приходишь, Хрюша, после работы, а котенок трется об ноги, вот так вот ласкается, и сразу тепло и уютно. Что означает, когда кошка вот так трется об тебя? Вы знаете, это не обозначает, что она ласкается. Это обозначает, что она метит свою территорию, потому что у кошки здесь распределены железы, и она оставляет свой запах на том человеке, который ей дорог. Не понял, то есть это я территория кошки? Или на стуле, на столе, на ножке. Ага. Да, они оставляют свой запах, чтобы другие кошки знали, что здесь этот стол территория вот Васьки. А как же тогда кот проявляет ласку, показывает, что доволен? Когда мы поднимаем наверх хвост. А, вот так это, вот сейчас, да. Это ласка. Потом вот мы сами подходим, кошка должна сама к вам подойти и сказать: погладь, вот так. Ой, вот. Ой. Вот это уже, мы уже трюки пошли делать. Варечка. Да. Варя, привет. А еще, когда кошкам совсем хорошо, у них напрягаются коготочки, вот так начинают массировать, они как будто делают массаж. Да, Варя. А вот Варя сейчас поет не песни, урчит. И что за песни ты поешь? Песни, да? Знаете, это очень-очень полезно для иммунитета человека. Вот этот мур-мур-мур-мур, фурканье котов, это очень полезно. Даже в некоторых больницах включают просто как запись. Да и люди, что? Да, и у людей есть улучшения уже заметные. А, надо купить такой альбом, дома включать, можно, к примеру. Такого живого композитора, исполнителя, вот. Сереж, мне кажется, она тебя полюбила. Мне кажется, да. У нас явно есть какая-то связь, контакт. Симпатия. Угу. Варя. А я вот слышал, что еще эти мурчалкины непослушные делают, что хотят. Вот она побежала. Вот, Варя побежала. Я сейчас буду ловить Варю. Варя, пойдем. Куда ты побежала сейчас? Варечка, пойдем. Песенки поешь. Девочка, еще раз. Девочка, да. Понимаете, они гуляют сами по себе до тех пор, пока не встретят достойного партнера, с кем действительно будет интересно. И вот тогда они будут с ним дружить. Так хочется посмотреть какой-нибудь номер с кошечкой. Давайте, можем? Конечно. Какие молодцы они у вас! Да, очень-очень талантливые артисты! Кстати, а после успешного выступления вы их чем-то балуете, ну, всякими вкусняшками? Конечно, свежее мясо и хорошие витамины. Вот да? Так. А я думал, вы даете им что-то сладенькое. Я ведь очень тоже люблю сладкое такое. Сладкое для кошки – это вредно для ее здоровья. Вот да так. Вы что? Ой. А вот интересно, а молочко они любят? А вот молочко – это они любят. Нет, конечно. Видите, как интересно, сколько особенностей. Да, а мне даже показалось, что наша кошечка, когда мы стали говорить о еде, нас поняла и как будто даже заулыбалась. Мне тоже показалось, что она улыбается. Но знаете, они любят не только вкусно поесть, а еще радовать зрителей интересными трюками. Thank you.
мы с Варей продолжаем играть. Наша артистка. Ох, какая задира, какая ты игруля. Киска моя хорошая. А вот, кстати, интересно, почему многие считают, что кошки не так умны, как собаки? А? Это ошибка, потому что кошка превосходит интеллектом и собаку, и человека, и многих-многих других животных. Это точно. Я думаю, если бы кошки были глупыми, то они вряд ли смогли выполнять такие сложные цирковые номера. А давайте еще один посмотрим прямо сейчас. Я уверен, что прямо сейчас вместе с нами аплодируют и все зрители по ту сторону экрана. Настолько это было здорово. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Варя, придешь в гости ко мне? А к Хрюше? Придете? Конечно, мы обязательно к вам еще придем. Ребята, оставайтесь на канале «Карусель». Впереди еще много интересного. С добрым утром, малыши!